Нет. Задач нет почему-то даже. Поломалось. Ну, мы готовы. Поломалось. Что поделать, да? Что сделать тут надо? Еще и метки не прогружаются, слышишь? Причем линии рисуются сватовские, а вот это менюшка. Это что там, да, метка, мы что-то какая-то байда. Карты нету. У меня есть. У командоров. Командор! А эти никто не взял командиры, как это будет? О, погружается, задание прогрузилось. Во, 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 повалило, повалило. А, во, задание появилось. Я залагался. Карту не дадут? Все, готово? Задач нет, непонятно, что делать. Поехали. Видите, горящий самолет, подходите, берете документы, убегаете. А, это скучная миссия. Далеко, да. Да, ну да. Это корявая. Корявая, не корявая. Корявушка! Да-да. А чё мусинку? Дайте мне мусинку. Уха! Жазухабиста! Да, грузим. В этот, в скаут, наверное. Да. Ну и кто не влезет в эту. Потом в карте есть некоторые. У меня выкинул. Какой нехороший бот. Да-да-да. А что ты у меня, Андрей? Куда, да, ребятки? Куда? Куда, сынки? Куда садимся? Сюда. В металлический гроб. Это цинковый. Цинковый, да. ДВ у кого есть, поставьте. Открой, 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 открой. 42, окей. Передайте там, кого увидите. 42. Кого ДВ есть? 42 выставится. Давайте, сынки, ДВ. Давайте, поехали. Едем за УАЗом. УАЗ бухой. Давайте, давайте, бабка моя сухами. Щей уже начала варить. А свежачок как хочу успеть вернуться. Едь, есть, есть. Чего вы не едете? Да мы слышим. Вы не в ту сторону едете вообще. В ту сторону, Командир, смотря, будет там. Раздоник, по-моему, не трезвый. Разбудите, как начнется, что. Угу. Поймем. Вот она. Пушает здесь очень засветку сильную дает, поэтому не сильно взрывается. Короткими чередями живет. Ну, убивать хорошо будешь. Уважаемый, если ты тон мне прям в лицо тычешь. По-моему, мы не туда едем. Она моргает сзади.
Да это я понял, что нам моргает. Но вот что-то в зоне куда-то едут, непонятно куда. Какой-то пенсионер. Что пенсионер? Сзади, да. Блин. Удостоверение пенсионное есть? Маджахет какой-то. А он что-то башку ему мотает. Вообще не представляю, куда едем, зачем. Ну а вид красивый, да. В этой миссии не хватает триггера, что захвачен. Ну да. Потому что, ну, я в прошлый раз взял их и... Их надо на 1000 метров от самолета. Не, ну понятно, в любую сторону. Я-то убежал, а может кто-то еще бежал. Машина куда прямо поехала или повернула? Документы где лежат? В самолете. Разбитый, горящий. Что? Раз. Грузимся. Здравствуйте, ребят! Да. Ну, команда грузится. А здесь-то видок поинтереснее. У меня карта даже есть. О, отлично. Где мы? Кто умеет пользоваться этим? По звездам. Надо, наверное, репиту ее передать, да? Да не. У меня пулемет, мне покажи, куда стрелять. Вообще по барабану, да. Так и куда? Эй, мужик, не налегай. Рация там у нас комплекте есть вообще? Сомневаюсь. О! Слушай, а мы не обратно ли приехали? Да нет, вроде. Сейчас побережье будет, нет? Надо по карте сориентироваться, я не знаю. Возьмите карту, сейчас я ее в машину скину. Кто-то взял. Я только появился. Уже кто-то взял. Так. Сидеть, куда все вышли? Возле камня и домов. Ну мы появились в... Я понял, где мы сейчас находимся. В принципе, нам сесть надо, назад проехать. Грузимся. Компас еще могу дать. Не надо. По этой же дороге, только в другую сторону. Налево надо было повернуться. У тебя аутист на... на Вилисе. Нахрена так гнать? Видит, что стою. Едут губками, гонят. Да пускай едут, погибать молодыми будут. А мы после
приедем к бабке к моей, щец поедим. Чесночком, сальцом. Там как раз и... раскупорим, раскупорим бутылочку. Лес какой-то есть. Что я видел, с был? С севере. Да, я видел. Выход. Эти аутисты уже там воюют, по-моему. Ну, а 280 вверх. Вверх, 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 вверх. Это наш ППШ. Ну, 240 наш. Вот. Сюда. Короче, 320, 310, 300 противник. Пулемет. Где-то до 5 человек, понятно? Все. На горке там лежат. Ну, может, все снайпер тут? Тупо с этой гранатой. Снайпер тут? Снайпер есть? Где-то был рядом, что? Сзади там плетется где-то. Сзади. Вон он бежит, вон снайпер. Право. Снайпер! Снайпер, блядь. Снайпер, снайпер, снайпер. Ну он правильно идет, он правильно, пусть идет туда. А мы наверх. Мы дальше наверх. Где этот пулемет? Ты что-то не могу не понять. Пулемет где-то. МГ-34. А вот он пулемет. 330-320. А снайпер живой? Видишь, погреди, победа направо бежит. Бежит кто-то. Долго летит. Сирами даю, оттуда стрелял.
Патроны экономьте, сильно не стреляйте. Так, сейчас пойдем на 40. Лес. Лес на 40. Спустимся сейчас вниз на 80 и на лес на 40 зайдем. Спустимся там. Сейчас пойдем. Отходи. Со мной пошли. Паша рулит что-то. Все, Паша. все, отставить, отставить. Да, огонь, да. За мной. За дедов? Снайпер. За сынов. Снайпер. Снайпер, оставайся здесь, смотри за грядой, снимай всех. Мы пошли направо, снимать там будем. Держитесь за склоном. Что там по патронам у нас? Нормально. Нормально? Не высовывайтесь, главное. Как нас принять уже могут, они где-то отсюда бьют. Вот лесок у нас на 11 часов. Мы сейчас туда заходим и спускаемся с того стороны. Там уже вражеская зона. Вернее, она уже здесь. А вот здесь можно зайти. Короче, на 280. Пожар, видите, там самолет. Туда двигаем. Документы через экшен меню, через колесо взять. И бежать нас на 1000 метров. Схватили и побежали. А дальше что? Ну убегай на 1000 метров, миссия закончится, выиграем. А здесь в лесу предельно внимательно. Здесь везде может кто-то сидеть. Сильно скучно не бегите, чтобы сразу не сбили. Ну да, растягивайтесь. За рашем, видимо. Метров по
Соберите все документы и в разные стороны бегите. Я устал, надо отдохнуть. Пошли.
Совсем немного осталось. Ура!